Так, если я еще раз увижу, что кто-то туда подходит, тому попадет. Аду, привет. Привет. Что ты тут делаешь? Да вот на телефоне играю, а ты что? Я бы тоже хотел поиграть, но у меня нету телефона. Очень жаль. Может, дашь поиграть? Ну, дам поиграть только, если я буду чем-то другим занят. А сейчас я сам хочу поиграть. Так давай, займись чем-то полезным. Так я уроки сделал, больше мне ничего не надо делать. Очень жалко. Пап. Да, Давид. А чего это Артур всю день играет на телефоне, а мне не дает? Вот это не знаю, почему тебе не дает. Но с другой стороны, играть целый день на телефоне я тоже против. Поэтому надо запретить. Так запрети. Вот точно, нужно запретить. Хотя с другой стороны, уроки он уже сделал. И поэтому может чуть-чуть поиграть. Может, он пусть яблоки соберет? Точно, нам же нужно собрать еще яблоки. Пусть это сделает Артур. Пошли ему скажем. Идем. Что делаешь? Играешь, да, Артур? Играю. Слушай, для тебя есть специальное задание. Какое задание? Ну, очень серьезное. Собрать ведро яблок. Какие яблоки? Нам отдают яблоки, которые попадали под яблони. Сказали, полностью все ведро можете забирать, даже сверху сорвать. Поэтому, пожалуйста, набери сейчас, я занят сильно. Идем покажу, где. Ладно. Смотри, какие хорошие яблочки, вкусненькие. Спелые уже сами падают. Смотри, собираешь полное ведро, а потом еще сверху каких-то спеленьких найдешь, да? Хорошо? Давай. А Давид чего не помогает? Я еще маленький. Ну, маленький. Не такой уж ты и маленький, конечно, но если не хочет собирать, ну пусть не собирает. В принципе, ты и сам справишься очень быстро. Давай. Пап, а ведро где взять? Ну, ведро можешь в колодце взять. Висит там сразу сверху. Окей? Пошли. Яблочки Артур соберет, будет классно. Вот теперь я могу поиграть. Все, полное ведро. О, Артур. Ух, я собрал целое ведро яблок. А я в игре собрал целый мешок золота. А, то есть ты тут на телефоне играл? Ты же сам говорил, что можно, когда ты занят. Да, говорил. Но сейчас я уже свободен, поэтому давай вставай. Сейчас буду играть я. Ты как-то все быстро сделал. Старался. Эх, ладно. Пап.
яблоки не собрал. Как не собрал? Он же давно уже начал. Там ведро пустое стоит. Как пустое? Пошли посмотрим. Чего это Артур, интересно, не собрал? Пошли посмотрим. Иди сам к нему, а я пока поиграю. Ну хорошо, давай. Артур, я же тебя просил. Хватит играть. Почему не собрал яблоки? Так я собрал, было полное ведро яблок. Не знаю, что ты собрал. Ведро пустое, яблоки лежат все под деревом, поэтому собирай. Что такое, я не понимаю. Я ж помню, я точно все собрал. Не знаю, как ты собирал, ничего не собрал. Вон, видишь, яблочки все. Все нормально. Лежат, ждут тебя. Как они здесь оказались? Я ж помню, я все точно собрал. Ладно, придется опять собирать. Классно я придумал, можно и поиграть. Тут и опять играет. Да, а ты опять был занят. Я вообще-то был занят тем, чем и в прошлый раз. Скажи мне, пожалуйста, ты не знаешь, кто второй раз разбросал яблоки? Не знаю, может, ёжики разнесли? Так я уже второй раз собираю эти яблоки. Так что передай своим ёжикам, чтобы они сюда близко не подходили на эту территорию. Ёжики, русский язык не понимаю. Эти ёжики вообще ничего не понимают. Ёжики. Надо заложить, как было. А теперь папе расскажу, что здесь яблоки из-за. Куда? Артур еще яблоки не собрал. Как не собрал? А что же он делает? Он сидит, играет. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот давай узнаем, почему это происходит. Уже который раз, а он все не собирает яблоки. Артур, ты что, русский язык не понимаешь? Стой. Почему пустое ведро? Почему нет яблок там? Сколько можно просить? Дважды. Ты уже берешь ведро, потом оставляешь его там пустым, возвращаешься играть. Да честно тебе говорю, я уже два раза туда яблоки собирал. Может быть, это Давид сделал, а? Высыпает Давид яблоки снова, да, под яблони. При чем тут Давид? Ленишься, так и скажи, что не ходил собирать. Быстрее, сейчас уже потемнеет и все. Взял. И сейчас без каких-либо отлагательств сразу иди и сразу собирай. Окей? Хорошо. Пошли, поможешь мне собрать яблоки в ведро. Я не могу, я еще маленький. А, ты маленький, да. А когда высыпать, ты не маленький. Угу. Да, точно, он еще маленький.
еще лучше придумал. Так, если я еще раз увижу, что кто-то туда подходит, тому попадет. Все, давай, свободен. И скажи папе, что я собрал яблоки, вот они стоят. И зачем ты их сюда принёшь? Чтобы ты или вот эти, как ты говоришь, ёжики, не растащили их. А! Опа-на! Что это ты такое делаешь? Я яблоки из ведра достаю. Яблоки? Теперь я понял, кто постоянно. То есть Артур собирал, а ты все высыпал назад, да? А чего? Расскажи мне, чего это так? Что он мне телефон не дает? Из-за телефона? Ай-яй-яй-яй-яй. Артур что? Артур заснул. То есть он поставил ведро, чтобы никто не забрал его, как в прошлые разы, и заснул случайно. Артур! Подъем! Артур, просыпайся. О, привет, пап. Ты молодец, яблочки собрал, теперь я вижу. Я тут это, ежа словил, который яблоки воровал. Ах, он еж такой! Ёжик, ты где? Убежал уже. Вот все яблоки лежат. Вот, действительно. Смылся куда-то. Ставь лайк, если ты тоже считаешь, что Давид поступил нагло и так вообще делать нельзя. И напиши в комментариях, тебя разыгрывали так друзья или нет. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the balls. I'm flipping the flipping the flipping the on record off record. I still count wins when they doubt it. On record off record. I let them take advantage. I was wildin' on record off record deals. Tell them talk to Colin.